Подозреваемого в убийстве женщины задержали. Следователи региона продолжают расследование уголовного дела по факту убийства жительницы областного центра. 11 июля 2021 года в доме по улице Портовой обнаружили магаданку с множественными телесными повреждениями. У себя в квартире по месту жительства в жилом доме на улице Портовой в городе Магадане обнаружено тело 44-летней женщины с признаками насильственной смерти. По данному факту следственным отделом по городу Магадану СУСК России по Магаданской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство». В ходе судебно-медицинского исследования на теле погибшей женщины зафиксировано более 70 телесных повреждений и травматических воздействий. Личность подозреваемого установили, мужчину задержали, его заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.